Всем привет! Давно с лицом к вам не появлялась. Начала делать макияж и решила начать съемку. На лице крем Эйвелин, как он называется, Art Makeup Professional Double Cover. 100% ультрастойкий эффект, матирующий тональный SPF 10. Май заканчивается, сегодня обещают пасмурную погоду, но вдруг попаду под солнце, SPF 10 мне как раз пригодится. Кто молодец, кто успел до закрытия подружки по 99 рублей прихватить этих тональничков. У меня, кстати, цвет айвори на лице. Тот прям вот совсем счастливчик, как я. Действительно, не обращала внимания на бренд Эйвелин очень-очень давно. Почему-то у меня абсолютное убеждение было со времен моего детства, что это какая-то польская фигня, продающаяся на рынке вместе с китайским ноунеймом. И нечего там искать. Напали на меня всякие бяки на лице. Прям взяли и налетели. Может быть, поэтому у меня особо не было желания вылазить с физиономией на макияж. А так уж подкрасилась и поняла, что почему бы не поболтать с вами. Так что не судите строго, скоро все пройдет, буду снова красавицей, красавицей. А сейчас пока зарисуем. Зарисовываю чем? Так, зарисовка, ты куда спряталась? Слушайте, спряталась, ну поверьте на слово, это был консилер от Эстрады. Во втором цвете, нет, 21-й он. Good Morning стерлась, но мы помним, что это был Good Morning 21 тон. Ну, тут возвышающаяся фиговина, я ее асфальтовым катком сейчас, естественно, не укатаю. Где просто какие-то потемнения плоские, там все отлично. Навеки, спасибо Анне, база от Revolution. Ее, кстати, я и под глаза нанесла, выполняет функцию такого полупрозрачного консилера. Приятная штука. Аня, спасибо, пользуюсь. Тыкс. Что надо еще вам показать? В качестве аромата у меня сегодня вот такой зеленый флакончик Аль-Рехаб, арабская масляная парфюмерия. И по-английски здесь одно название Lovely. Нот не помню, на фрагрантике есть описание всех этих ароматов. Он на некоторых людях открывается такой фруктовой свежестью потрясающей. Потому что сейчас вот обоняешь его, фруктовая нотка чувствуется. Ну и чувствуется сладость, характерная для арабских духов. Наношу на точки пульсации. И на затылок обязательно. Периодически очень тянет на эти ароматы. И как раз ароматную косметичку на май я собирала. И я ими пользуюсь. Наверное, я ее на июнь еще продлю. Так что изменений на июнь у меня вот именно в парфюмах, стоящих на столе, пока не предвидится. Если будут, я вам расскажу. Пудру давайте вспомним Faberlic. Новинку этого года из новой серии Glam Team. По большому гамбургскому счету она мне не понравилась. Она мне досталась со скидкой то ли 70, то ли 75%, поэтому я не расстроена. За полную цену в жизни больше не куплю. Ну вот, только села снимать, люди начали по квартире бродить. Надеюсь, они сильно шуметь не будут, мы быстро закончим. Но я ей пользуюсь, чтобы она не залеживалась так. Поверх тональника слегка припудрится, бывает неплохо. С тональником Эйвелин они подружились. Вау-эффекта абсолютно никакого не вижу. Но пудра и пудра для 1000 рублей слабовато. Вот она. Стила. 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 Годовой давности, даже уже больше, чем годовой давности, есть распаковка с Beauty Б, да, там я ее покупала себе на день рождения. И в этом видео еще в какие-то она попадала. Сводчики были совершенно вот по сводчу, ну, за что такие деньги. На веках, не знаю, камера покажет, нет.
буду большую часть макияжа делать одной кистью из светлого в темный. Чем она мне нравится для повседневных деловых макияжей, вот как-то очень необычно красиво все ложится. То есть эффект, как будто это вот на твоей коже действительно тени, нет эффекта накрашенности. То есть кто любит что-то сильно пигментированное, чтобы было видно, что вот это все сделано, эффект вот такой текстуры теней на веках, нет. Это, эти палетки, они не для этого. Они вот для натурального эффекта макияжа без макияжа, для быстрого макияжа, еще для чего-то подобного. Если до вас долетают посторонние звуки, еще раз извините. Это, по-моему, невозможно избежать их в моей квартире. По-моему, некоторым нравится, когда я начинаю снимать, начинать шуметь. Вот особенно мне понравился этот темный цвет. Казалось, в сводчах он открывается с какой-то краснотой, может давать болезненность глаз, а нет. На глазах шикарно держится. Вот, может быть, надо было сначала один глаз целиком накрасить, потом второй. Но эта кисть чистить надо было, она у меня одна такая, с ней очень быстро все получается. И один единственный шиммер, я его обычно очень легкими движениями на центр века. Мне почему-то нравится перламутровость, уходящая даже чуть-чуть ниже. Почему нет? Я думаю, как только у меня хоть что-то вот расчистится в моей коллекции, или как только все хорошо опробую, что было в последнее время закуплено, я обязательно еще из Стилы приобрету себе продуктов. Да, стоит недешево, по описаниям, по сводчам невозможно понять, а за что такие деньги, но вот реально по опыту использования этой палетки для повседневной жизни, когда тебе не нужен какой-то травести макияж вообще от слова совсем. Когда вот видите, у меня все без монтажа, без ничего идет видео. Тон, сколько я тон? Ну, может быть, я минуту наносила тон, поэтому ко времени видео прибавьте минуту. И все, макияж глаз есть. Румяна вам, наверное, не видно, но мне же не нужен эффект морфушеньки-душеньки. Хватит того, что уже изображено. Так, давайте все-таки брови чуть-чуть подкрасим. У меня совсем почти ничего не осталось в старом геле для бровей от Faberlic, либо он весь уже засох. Поэтому, наверное, скоро я проверю свой запас. У меня там валялись прозрачные гели. И прозрачный гель из рабочей косметички тоже. Пора уже откидывать в коробочку. Кончилось в 2020 году. Да, я снова собираю коробочку. Декоративка, закончившаяся за год. И в конце года или в самом начале следующего мы обязательно посмотрим и вспомним все, вспомним всех. Стрелку мне захотелось коричневую. Японская Brow Lash FX из магазина японских товаров. Очень весело там побродить, но какие-то цены там завышенные. Я, по-моему, эти японские подводки видела на Ля Моде. Ай, не туда хвостик пошел. Извините, семейная жизнь, поэтому тут, наверное, вас смутила склейка кадров, но мы ничего из макияжа не пропустим.
Так что можно считать гайдом по рисованию стрелок. Вы все увидели. Так, ну тут два хвостика тоненьких. Тут как-то у меня самопроизвольно так не получилось. Нет, по-моему, это... возьму ватную палочку, мицеллярку. А тут можно соединить в одну. Это мы с вами поприкалывались и поигрались. Кстати, обратите внимание, вот на фоне лица хорошо видно, какой толщины фетровый наконечник. Вот у фокалюра буквально чуть толще. Третье для сравнения это Faberlic подводка. И вот нравятся мне современные фетровые наконечники, гибкие. Помню, ничем они кисточки не уступают. Фокалюр, вот она. Немножко заляпалась у меня от использования, но довольна этой подводкой. Учитывая цену. На нижнюю слизистую, как обычно, в будни люблю каял. Белый. Не жирно. По-моему, так чуть-чуть внешний вид освежается. Каял у меня, кстати, 100 раз просроченный Color Trend Even. Белый. Еще есть Essence, но он более жирный. Его надо вот прям легко не надавливая и еще стирать потом. А этот... работает. Точу, кстати, редко. Глаза не жаловались на это. Тоже давайте возьмем iMagic Giant Brush Perfect Mascara. Действительно, удачный ко мне приехал пакет-сюрприз от iMagic. В крайний и, возможно, не последний раз. Тушь мне это, чем дальше пользуюсь, тем больше нравится. Меня уже не пугает то, что она снимается чулками. Ресницы с ней вполне смотрятся. Единственное, если сразу не нанести столько слоев, сколько хочешь, то потом, когда она засохнет, поверх нее прочесать даже этой же кисточкой практически нереально. Поэтому надо практически вот сразу решать, хватит столько ресниц или наслаиваем. Паучьих лапок еще ни разу не получалось, кстати. Вот, еще не засохла. Так это что за фигня? Ок. Губы давайте сделаем с эффектом ненакрашенности. Достанем старье мое. Тин для губ фаберликовский. Даже артикул не буду говорить, потому что они уже из всех распродаж, из всех клубов Faberlic, по-моему, исчезли. Их уже нет совсем. Я надеюсь, Faberlic такую удачную формулу реинкарнирует в одной из новых серий. Потому что, да, вот купила я пару лет назад этот флакон, активно пользовалась, нет, не пару лет, вру,
Пару лет я что-то назад другое купила. А этот флакон я купила в прошлом году. Прошлым летом активно пользовалась. Полюбила его. Сейчас не забываю про него ни разу. Но расход очень и очень маленький. Продукт очень стойкий. Сейчас вот видно, губы стали такими яркими. Чуть-чуть бальзама. Не обязательно такого. Это только ради упаковки купила в подружке. Подобных медведей и на Алиэкспресс можно найти кучу, и не только медведей, где угодно. И по составу там ничего такого, чтобы бежать хватать именно этого медведя. Ну вот, собственно, общий вид. Бальзам губы смягчит, впитается. Губы будут просто чуть ярче, чем обычно. И эффекта какой-то намазанности не будет. Контурирование сегодня не делала. Не знаю почему. Расхотелось. Не захотелось бы сегодня делать контурирование. Так что вот такой у меня получился лаконичный деловой макияж. Побежала я по делам. Вернусь к вам, надеюсь, с новыми видео. Надеюсь, сегодня вечером поснимаю. Будет и время, и настроение, и место, и все будет отлично. И вам желаю, чтобы у вас все было отлично. Ваши мечты сбывались, ваши планы реализовывались. К своим стремлениям вы не теряли интерес. И всегда добивались поставленной цели. Пока-пока!